У нас пришла посылочка от DLT. Распаковка. Новые алмазные коронки. Смотрите, такой чемоданчик DLT. Ну что, вскрываем? Вот это да! Это новое поколение алмазных коронок, которые очень хорошо точат, делают отверстия и без сколов, главное. И у них очень большой ресурс. То есть мы все это дело протестируем. Сегодня же, наверное, протестируем. Вот они идут, коронки DLT. Топ. Ну, понятно, что топ. Итак, находятся коронки в такой мягенькой упаковочке. Все классно. Здесь у нас идет номер 68 под резетки. Далее у нас идет 60, 50, 40, так, 35, 25. Ну и вот наконец-таки у меня появились вот такие вот большие коронки. 110. Вот такой у меня еще не было. 125. Посмотрите, какая красота. Соответственно, маленькие короночки со специальным воском от перегрева. Это у нас идет 12 мм. Далее 10 мм. 8 мм. 6 мм. Две шестерки, в принципе. Ну, они самых таких отходовые. В общем, вот такой вот наборчик новых коронок. Абсолютно новая технология. Сейчас испытаем. У нас есть плиточка такая, довольно-таки вредная. Плохо что берет. Я сравню старые коронки с этими новыми, как оно все работает. Чайка. Так, ну вот у нас старый наборчик возьмем. Пятерочку, 50, да? Да, это 50. И попробуем сейчас просверлить им. И возьмем снова наборчика. Снова наборчика. Ах, какая красота. Вот он 50 тоже. Немножко попробуем сравнить. Ну, водичку на всякий случай набрал. Не знаю. Ну, вот, в общем, берем старую модельку. Пробуем. Это такой довольно-таки мощный керамогранит. Так, затыкаем уши. Так, ну почти, почти. Да, подуставшие, конечно, можно, но очень долго, да. Так, теперь пробуем это. Так, наушнички. Ну все, я думаю, быстренько, конечно же, даже при очень таким вот сложным керамогранитом мы его быстренько сделали отверстие. Сколов нет, практически вообще все гладенько. Здесь же, да, больше сколов. Тоже он работает, но не так эффективно, не так быстро. Можно им работать, да, смачивать потихонечку, потихонечку. Он тоже сделает свое дело. Но этим намного быстрее. Вообще, вот эта короночка меня довольно-таки сильно удивила. Вот, снимается легко. Все гладенько, все четенько. Вообще, респект, кто придумал такие коронки. И я на всякий случай все-таки оставлю ссылочку в описании видео, где эти коронки можно приобрести. Вот такую вот красоту. Так, еще одна коробочка. Небольшой сюрприз. Тут у нас идут, это алмазные бруски. Тоже разных номеров, ну, для того, скорее всего, чтобы делать открытый рез более деликатным, я бы сказал. Тут номера есть
50-ка, 200-й, 100-й, 200-й, ну вот 200-й такой, видите, соточка здесь вот получается такая, и вот такая вот соточка, то есть разные, и 50-ка тоже вот таких два вида. Ну, мы тоже посмотрим, сравним. Такое у меня было, вот такого не было. И, скорее всего, я их немножко тоже посравниваю, как они работают. Так, далее. Может, тут что-то новое, посмотрим тоже. Далее у нас идет еще вот такая вот для... Ну, и в основном можно ей и где-то подобраться, отпилить что-то. Вот, и под СВПшки. Тоже хорошо. Ну, это новая какая-то моделька. У меня старая, она немножко по-другому. Вот она, модель. Вот, видите? Здесь сплошная. Здесь прямо много алмазного напыления. А здесь, ну, вот как обыкновенный диск алмазный. Здесь прямо вот стачивать можно. Ну, тоже попробуем. Интересная штука. Вот это такая вот появилась гребеночка у ДЛТ. Тоже мы сегодня ее попробуем. Довольно-таки, ну, удобно, да. Не так ручку, вот, как обычно мы держим, а вот прямо вот. Еще раз скорее. И вот такие вот мини-черепашечки. О, даже есть черепашка с гальваники. Вот они. Это гальванические. Очень хорошо стачивают. Это 50-я, 100-я и 200-я гальваника. И здесь у нас... Вот две 50-ки, 100-ка, 200-я, 100-ка, 100-ка, 200-я. В общем, будем пробовать эти маленькие у нас черепашки. Где-то как-то, чтобы подлезть аккуратненько. Гальванические тоже. Все будем пробовать, смотреть, сравнивать. Так что следим. Ссылочку я оставлю в описании видео на вот этот товар. Ну и посмотрим сейчас его качество. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока!